Приветствую всех на своем канале, с вами Юлия. И сегодня я вам хочу представить свою, можно сказать, новую, хорошо забытую старую работу. Это второй новогодний шарик от Tella Artis «Морозное утро». Ссылочку на первый шарик и результаты, подготовку я оставлю в инфобоксе. А сейчас вот что касается новой работы. Так, и скрипя сердцем, и с большой радостью я ее начинаю. Почему скрипя сердцем? Потому что у меня сейчас два бисерных процесса, и мне не хотелось начинать новый. Но зная мои темпы в последнее время, отсутствие времени, я понимаю, что вот как раз уже осень на пороге, и можно начинать готовиться к Новому году. В прошлом году я начинала его отшивать в октябре, и как раз успела к Новому году, но у меня было больше времени на все это. В этом году начну чуть-чуть раньше. Итак, «Морозное утро» от Tella Artis. Артикул B011, шар «Морозное утро». Все как обычно. 6 заготовочек. Чередоваться будут светлое и темное. Площадь большая для отшива. Помню, что мне достаточно много пришлось потратить времени в прошлый раз, чтобы окончательно закончить эту работу. И меня очень пугала сборка. У меня долго лежали у меня отшитые фрагменты. И я думала, как сделать, как будет лучше. Вначале у меня были немножко другие мысли. Я хотела использовать клей при оформлении в итоге, ну, при обработке декоративным шнуром. Концевики бижутерные, но в итоге я поняла, это достаточно будет проблематично сделать аккуратно, чтобы не было видно ни клея, ничего, и объем сохранился. И так как я не очень любитель клеить, я люблю больше все сшить, когда собираю какие-либо изделия, к шитью я достаточно спокойно отношусь. И при необходимости нормально все эти процессы делаю. Единственное, что вот смущало в этом шарике, так это вот как сделать края, верхушки, будет ли аккуратно. Ну, в общем, я сшила, у меня все получилось. Да, я там понимаю, что есть нюансы, я кое-где там перетянула ниткой, но я просто поняла, что ниткой для бисера из собирать бесполезно, надо брать хлопковую нитку, она не стягивает эту ткань на заготовке. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. В этот раз я хочу сделать видео подробное со сборкой, потому что у меня многие спрашивали, что, как, в какой последовательности я собирала. Почему? Потому что, ну, реально, вроде бы все понятно, но достаточно сложно сделать аккуратно. Не всем нравилось, как я собрала, я так понимаю, но большинству все-таки понравился этот вариант. Он не самый сложный, не самый простой, но он кропотливый, затратный по времени. Ну а сейчас о самой заготовке. Ну, стандартно лежала вот в пакетике, я уже вытащила. Стандартная инструкция от Tella Artis. Самое интересное, что хоть я уже года 4 вышиваю бисером, но у Tella Artis у меня были пока только шарики, вот, вот эти маленькие работки прикладные, прикладного плана, то есть каких-то картин на заготовках я еще не делала. Но ничего, еще все впереди. Ну, стандартная иголочка, ниточка, SparkBits Titan 100, ничего особенного, полиэстер, и я ее пришиваю на руках, вообще замечательно, ножнички, ну и номера бисера по ключу. Вот если посмотреть ближе ключик, то здесь вот 4 цвета бисера. Какого-то больше, какого-то меньше. Сейчас попробую приблизить, если не будут расплываться, то все хорошо. Так, итак, соответственно, синие 2, серебристые и белый. Было все у меня, кроме вот этого серебристого. Вот это единственное, что у меня было в последних покупках. Так, к этому проекту 37030. Это блестящий, такой насыщенный, красивый синий. Его идет здесь 24 грамма. Ну, у меня был 50-граммовый пакет, еще остатки от чего-то. То есть у меня его много, хватит на 2 шарика. Дальше.
Ну, вот где-то грамм здесь 30. Это 46,2 белый. То есть это самый такой темный цвет, это самый светлый. 14 грамм 78,102. Такой серебристый, блестящий. Вот они, два блестящих. И это тоже такой же, не знаю, жемчужный, не жемчужный. 34,020, его тоже 14 грамм. То есть, как мы видим, 14 грамм, 14 грамм, 32 и 24. То есть, много бисера пришивается. Сколько количества штук всего не написано, но каждого цвета написано. То есть, ой, нет, каждого цвета здесь тоже не написано. Странно, обычно на такого плана заготовках были написаны количество общих бисеринок. Нет, так нет. Вот, собственно, вся моя подготовка в этот раз. Можно начинать приступать. И во второй части видео я вам покажу уже, что, собственно, я отшила и как я начну собирать, какие материалы у меня для сборки будут. Но там, в принципе, ничего особенного. Шнурок, лента, нитка хлопковая и, в принципе, наверное, и все. Но как я это делаю? Достаточно кропотливо. Покажу, и что из этого выйдет в результате, тоже большое спасибо и пока.